Москвич. Москвич. Нет, давайте сначала я прочту, потом вы повторяете. Ты, да, давай. Слон москвич, в столицу он был слоненком привезен. Из соседней из страны, той, где водятся слоны. Давай полчаса уже учим. Слон. Слон москвич. Из... В столицу. Из столицы. Да не из столицы, а в столицу. В столицу. Он. Он. Был. Был слоненком привезен. Так, не суфлируй. Из соседней. Из соседней. Из страны. Страны. Той. Где... Ну? Той, где водятся слоны. Жан, давай, как умеешь кричать? Громко. Слон москвич. В столицу он был слоненком привезен. Не подсматривай. Из? Из соседей. Из страны, той, где водятся слоны. Ну, почти выучила. А что ты закрываешь? Она почти выучила, а ты нет. Давай повтори. Теперь твоя очередь. Слон... Так, тебе диван опять мешает. Вставай, вставай. Слон... Ручки пусти. Москвин. Да не москвин. Москвич. Он. Он? Он. А может она? Она. Да. А может оно? Слон. Слон москвич. Он. Столицу. Столицу. Он. Был. Был слоненком. Привезен. Привезен. Из. Из соседней. Соседней из страны, той, где водятся слоны. Ну, еще разок давай. Слон. Слон москвич. В столицу. В столицу он и был слоненком привезен. Из соседней, из страны, той, где водятся слоны. А про лес чего? Вася, иди сюда, про лес не рассказывай. Так, не надо котенка трогать. Давай читай про лес, я и будешь рассказывать. Я понимаю, который про лес? Вот это? Да. Так, Егор, найди про лес, читай, сейчас учить тоже будем. Нет. Что ты у меня чишешь? Ты? Давай рассказывай. А что, ты на камеру будешь? А ты знаешь, что камера включена, да? Ну, рассказывай на камеру. А, и забыла. Нет. Забыла. Ну, рассказывай. Лес. Да ладно, ты маме рассказывай на камеру. Лес точно дерев расписной. Лиловый, золотой, багряный. Веселой, пестрой стеной стоит над светлой поляной. Ну, Вася сама читает и учила. Снеж, давай про лес учить. Давай. Лес точно терем расписной. Лес точно терем расписной. Лиловый, золотой, багряный. Лиловый, золотой, багряный. Ну, какой красивый парень, да? Веселой, пестрою стеной. Веселой, пестрою стеной. Стоит над светлою поляной. Стоит над светлою поляной. Над светлою. Над светлою поляной. Закрывай, Сергей Витальевич. Лапу. Егор, покажи камни. Приклеил? Я посмотрю. Приклеил. Ну-ка, прочитай название мне. Гранит. Кремень. Известняк. Как мы еще известняк называем? Чем на доске в школе пишем? Мелком. Да не мелком, а мелом. Творческая работа для родителей. В общем, мы учимся в первом классе. Мама осваивает
Азы аппликации. Миш, покажи, пожалуйста. Вот. Это очень мелко. Это надо маникюрными ножницами вырезать. Кстати, принеси-ка мне маникюрные ножницы. Вась, принесешь, да? А то этими не очень удобно. В общем, Жанна у нас уже цветочек собирает. Сначала мы просто так прикладывали. Где там что расти должно? Егор, открой на страничке, где там показано, как вот, вот такой стебелек. В общем, нужно будет на него приклеивать сами цветочки колокольчика и листики. Чем еще маме заняться, да? Угу. Совсем нечем.